Кировские и Апатитах продолжают работы пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кировчане и апатитчане приносят продукты питания и одежду. Товары первой необходимости, словом, все, что может понадобиться человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Где расположены пункты приема, по какому графику они работают и какая помощь необходима в настоящее время, выяснила Екатерина Титла. Из Кировска в Мурманск на днях отправилась уже пятая машина с гуманитарной помощью. В клуб «Родник» на Ленина 9А кировчане приносят одежду, продукты питания, предметы первой необходимости, много детских вещей. Все упаковано с теплотой и заботой. Принесли и подписали нашим родным. Мы начали спрашивать, а родные у вас там или кто? Она говорит, нет, мы же все родные. Они ждут, когда у них пенсия, покупают и приносят с пенсии. В пункте сбора гуманитарной помощи говорят, очень нужны сухое детское питание, подгузники, впитывающие пеленки, товары по уходу за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, электроприборы, например, чайники и бытовые удлинители, а также канцелярские товары, маски, антисептики и перчатки. Приму с благодарностью здесь и корма для животных. В Апатитах пункт приема гуманитарной помощи ежедневно открыт по адресу Гайдара 2А в магазине сантехники. С 11 до 19 часов сюда можно принести любую посильную помощь. Продукты питания – это консервы, продукты долгосрочного хранения, вот какие-то крупы, также для детей раскраски, карандаши, ну и также перевязочные материалы тоже сейчас, как говорят, требуются очень сильно. Раз в неделю гуманитарная помощь, принесенная горожанами, отправляется в сортировочный центр на Ленина 8, а оттуда в Мурманск для дальнейшего распределения. Желающие помочь могут получить больше информации в волонтерском штабе. Единый номер телефона на экране.